У Алексея пока нет проблем с бизнесом. У него столько идей, что только успевая их воплощать в жизнь. Пользуясь тем, что Антон сейчас не видит ничего, кроме своей низкой самооценки, они с Гирой начали проворачивать очередные мутные дела, при этом используя особняк Ивановых как перевалочную базу. Еще бы дом большой, в нем машину, в нем самолет можно спрятать. У деда тоже появились очень важные дела, но бросить пасеку на произвол судьбы он и вовсе не может.